утро, ребят. Привет. Привет, Вася. Доброе утро. Сегодня мы готовим овощной супчик. Называется в итальянской кухне. Он пошел с итальянской кухни «Минестрон». Ну, скажем так, летний супчик, который во время изобилия овощей себя все радуют на даче, дома. Урожай как соберут и давай наготавливать. Практически да. Это овощной легкий суп, летом очень хорошо пойдет. На самом деле, если хочется, чтобы было посытнее, можно добавить сметанки. Можно добавить сметаны, и на выбор можно добавить даже мясо, это будет немножко другой суп уже. Слушай, а что делать? Вот, ну, не только же летом хочется овощей, но и зимой иногда. Что делать, чтобы зимой можно было себя порадовать каким-то таким овощным супом? Ну, можно сделать овощную нарезку, которая у нас, в принципе, представлена к этому супу, и заморозить ее. Расфасовать по пакетам, и в любое время там, года вы можете практически также свежие овощи поесть. Ну вот мы тут уже нарезали. Получается, все, что есть на огороде или можно купить на рынке дешево. Да, ну, любые же овощи да, можно. Да. Да. Сейчас как раз время овощей, их очень много и в довольном доступе. Это замораживается, выкладывается Давай в лист. Но в идеале лучше сначала на лист, на какой-нибудь более прямой. Замораживать, то, ну, в пакетах, то по отдельности лучше. Все. Потому что мы же в стесненных условиях, у нас же нет такой морозилки дома, как в ресторане. Ну да. А если все вместе замораживать? Вместе можно замораживать, например, морковь, тыкву, они более сухие. Влажное вот. С влажным да, морозим, сухое да, с сухим. Более, чтобы оно не смерзалось, не слеживалось. Угу. Тыкву можем добавить к моркови. Всю капусту можно да, замораживать капусту вместе. Можно Давай вместе. Тыкву к моркови тогда добавляем. Будем зимой готовить. Все капусты можно вместе замораживать. Да, примерно замерзание одной перец температуры. Перец цукини можно. Да, перец можно с цукини. Фасольку можно взять консервированную, можно взять свежую, если есть да, свежая. Да, ее отварить, проварить. Да. Ну, консервированную проще, ее не надо варить. Да. Она уже отварена из банки, так раз и все. Все, и все виды капусты вместе. Да. Помидорку, к сожалению, придется зимой купить. Потому что морозить помидорку – дело пропащее. Для украшения. Да, это для вкуса, для украшения. Ну что, у нас получаются вот такие пакетики в морозилку. И суп летний, овощной на любое время. В общем, пора заготовок, товарищи. Заготавливайте, не стесняйтесь. Хорошего дня. Пока-пока.